Да Не-не. не, это чисто ради ара. Атоны все нам. Да, я готов стоять. Все, давай. Иди спокойно, лови его в трусах, и поведешь вправо либо влево, как тебе удобно. Дальше трейдовали, дальше. Видишь, лужа льется, она не должна достать. Это не надо. Это убери, да. Бойчик, два. Мы уже лужи, даже не вышли, лужи, служи вышли, служи вышли, миллизонов, трусы сдвинулись. И что лужа, кто-то лужу принял. Все. Дальше луну стали обратно без стол. Эх, я ведь бурс проебал. Беспан, далеко водишь? Чуть ближе можешь возьмуть. Угу. Сориентируешься, короче. А как бойчик умер? Ну пиздец, вы что, ёбнулись нахуй? Ну, я сорвал. Эвейди босса, эвейди босса. Пошли все на выход, блядь. Начало боя, блядь. Самая простая фаза у нас минус ДД, БР давать не будем. Вот эти стаки, Женек, густой, я на тебе видел. Вот сейчас 5 штук. Вот, потрудись, обрати внимание, на какой секунде они обновляются. И за 2 секунды до того, как они обновятся, нажми зеленку. И тогда ты их скинешь. Обновляются. Так он в миллизоне сбрасывал, он смотрел, что по нему есть понимание у него. Не, он не понимает, он не про то говорит. Нет у него понимания, как скидывался, он не так скинул. Ну, он сказал, я бил босса, типа, сбрасывал сталки зеленка, типа, его же стало не мейт. Там не бил. Там другие стаки. Там другие сбрасывали. Густой яд, короче, отследишь. Ну, типа, если не скинешь, я тебе могу посмотреть за тебя. А у меня вопрос более насущий. Бурстить на агро умеешь? Бурстить на агро, ЛПшки, кровототы, ЛПшки. Вот ты его вначале именно пробурсти на агро, а потом начинай вести и все. Потому что армаги срывают. У тебя там будет время для первого оружия. Заметь, я не шаровал. Просто не сразу забрал. Он уже не сразу бьет, так что у тебя будет время. Я помолчу, хорошо. Да-да. Никого не обижать. Ну, танк, вагон, что тут обижать там? Нет, он хотел меня обидеть. Типа, что я вагон. Не тебя. Лапку дай, Андрюх, пожалуйста. Вот еще один вагон, видишь, да? Нашел. Не к нам, не веди только. Да набил, да, что побольше круг можешь делать. Короче, делай как тебе удобно вообще поебать. Лишь бы босс был на тебе и все. И на тебе не было. Он сорвется и рвется. Стоит до ЦП, сколько мы будем. Сегодня криты выйдут погулять, нет, блядь, или что, или я сам. Мне не надо. Мне не надо поездку, кидай бочку. Поздно. Блять, ну я без бурсты под ПС-кой бесполезен, ну... Блять, заебали вообще похуй, типа, ну отдал так отдал все. Совет, давай ПС-ку и все, без всяких вопросов. Это маны меньше стоит, скиллы. Это слишком большой круг. Да, короче, это слишком зеленка, она на долго секунд висит. Либо я что-то не понимаю, но... У тебя надо... Сколько она по... висит по времени? Висит 15 секунд. 7 стаков. По 10 тикает и висит опять. И зеленка только 6 секунд. Ну тебе надо в конце, соответственно, отражать. А смотри, 10... каждые 10 секунд кидает. А, зеленка 6 секунд. Как она? Короче, я в конце могу надо. Сбросить. Могу сбросить ему стаки. Сейчас я тебе скажу. Короче, я тебе ответили. Скажу, когда нажать. У тебя без КД она сейчас? Тихо, блядь, короче, тихо, все. И бери босса обратно. Ну ебаный рот. Да не надо. Без КД зеленка, Женек. Без КД. Босса, дай. Не трогай босса, нажимай. Не трогай. Не трогай. Блядь, молчите нахуй, я сейчас, блядь, во всех замучу.
с бонус-пака заберешь эту петину. Хит ли петин. Потом буду учиться. Не научился, сразу не понял. Не надо сейчас придумать. Притов сейчас оставляй, там босс сейчас будет фазы. Там оставляй его. Ловись. Построились пометку. Эта сетка близко стоит, вместе с Чернобылем разбегите. Лапка, Андрюха. Сфера поднялась. В смысле, лампа, я уже бафов бал. Сферу, сфера далеко, слишком сферу. Невозможно. Сацуна, сказ. Ренжу набрали. Сацуна с рейда. Не определенно я. С рейда. Хорошо. Я так себе. Какой-то громкий бал. Сферу. Тихо, хорошо, бейте босс. Я вторую сам. Петя, каст. Петя, не... Проводник от меня, кто там рядом стоит. Петя, во вторую сферу смотри. Смотри вторую, Петя, сферу не двей. Может сбагаться. Угу. Бой на тебе. Сейчас бой сбивает, если не получится, то сбьет Петя. Бой сбивает. Сбил, хорош. Видите босса. Бой на тебе, проводник. Да, я Петя, забил. Я забыл, что у меня, блядь, есть ебаный это, блядь, без запала, без каст. Я сбил, Петя. Да у меня время выходит просто. Есть еще знакомый этот? Я убил. 12 секунд. Как все у меня? Сами. Бизань совешь. Сбивайте каст. Это последний будет снимать. Каст! Да не тяните, это последний, тут таймер, блядь, ну заебали, честно. Ну что, не обдон был делать. Уйди в сторону, пойди в сторону, пойди. Все, лови. Ставил в трусы его. Ебал он луну. Ренжу набрали с ним. Волшебный огонь, Андрей. Чернобыль, заебал на. Вставай. Забафайте Чернобыля сразу. После рунда один Зеру. А, уже Зеру дали. Уже дали. Фар, по истерии скажешь? Смотрим руны. Руны смотрим. Далеко 4. Руна не закрылась. Закрыл. Блин. Ох, не закрыл. Вас там, блядь, пачка просто. Пачка стоит, вы, блядь, не можете зацепить руны. Вы ебанулись или чё? Ну, три закрыты были. А четвертая появилась под Пойзоном, получается, да? Угу. Под Пойзоном появилась. Почти успел. Выбежит, ну вы... Жопа от вас горит. Вы чё, ебанули? Я не знаю. Как долго соображать можно, сколько? Ходим сюда, блядь, нон-стоп, нахуй. Понимаете, там мой, блядь, ДЦС не сообразил бы еще кто-то. Это, Женек. Таймер, видишь? Там есть ДЦ, просто поставь одного человека прям в ту сторону, одного, и все. Там ни одного человека не стояло, с той стороны. Мне пришлось блинковаться. Ты таймер там видишь, не Женек? Ты двигал. Дебафы. С той стороны у нас закрывает, блядь. Да хуя говорю. Ребята, тихо! Я все нахуй озвучу. С той стороны стоит у нас, блядь. Войд, с той стороны бежит на дальнюю метку Петя. Плюс Сацуны и определенно. Вы смотрите на две стороны, вы стоите в центре практически. Что непонятного? Это уже 4 человека, с той стороны было 4 метки. Плюс танк еще есть. Не надо. Не выдумывай хуйню. На 11 секунде нажми зеленку и все. Не еби мозг. Класс. Чернобыль, просьба, смотри, дружище. Если не достаешь бить, сдвигайся по стенке, не ближе к игрокам. Пожалуйста, спасибо. Это не я говорил. Не, я Черноголю. Он опять умер от проводника. Не, это я, это Женьку. Там никого не должно быть.
Если он кто там был, просто пиши, что он вот особенный. Да. Опа. Так мы не засумоним, типа, сейчас будем ждать, пока лок прибежит с бойлом. А Чернобыль где лежит? Он сверху лежит? ДТ стоит там прям, блядь, у стеночки, он тебя никак не достанет там. Андрюх, проблема с подключением к Джой-казино? Ну, я всем все сложно, как обычно, я не понимаю. Волшебный огонь кидай, пожалуйста, на каждого. Это важно. Да, босс. Не, ну если в этом плане я проебываюсь, вот честно. Да я много в чем проебываюсь, тоже какой-то так, как и вы. Ну типа именно в плане тактики я не проебываюсь, пока что. А, одна стрела не считается, блядь, ее не сбили, но. И чардж в сферу тоже никого не убил, не надо тут. Да. Никого не убил. Чардж в красного слизня. Человека 4 посидело только в этот момент, а так никого не убил. Ну что, никого не убил она? Смотри, блядь, вот ДЦ должен где стоять, вот. Вот, ДЦ зона, блядь, вот его зона. Я там и стоял. Ну. Ну а почему Чернобыль ты сдвигаешься вот сюда, вот ко мне? Я не стою с проводником. Что тебе мешает двинуться сюда? Ты умер вот здесь, где-то вот, вот. Или нет? Да ты смотри, ты от него не умрешь. Ты просто подошел к проводнику. Ты не видишь, как пульсирует проводник, он на полкарты, блядь, сверкает. Даже с хуевыми настройками графики. У меня тоже на минималку все стоит, я уже привык как играть. Ставь шкаф, пожалуйста. Чего ты жарил? Дай чуть-чуть. Женя, колец потратил? Че? Женя скрипня, скрипня нет. Значит, тогда СС на ДЦ. Если не в КД. Ну, в бою заказ. Дим, ты меня слышишь хорошо? Да. Вот, запомни голос, пожалуйста, я ПС попрошу, это бойчик. Сейчас я тебя еще погромче сделаю. Все, пацаны, тут становитесь на позицию, будем бить. Я хочу ждать. Ну, что там? Наебали, наебали. ПС, пожалуйста. Я понял. Сорвал. Просто бьем. Я, короче, сломался, я джерса подставил, если кто-то сломался, вот чинитесь прям. Бля, у меня получилось. Получилось? Ну все. Да, да. Видишь как? Я не так понял просто. Так, я тоже починюсь на стек в случае. Реги купите кому надо, потому что мне было потом.
по-моему, дальше будет. Я опять дамажу без ебана этот старфол, вот он сейчас прожжал. Есть поиск? 6 секунд. Давай. Что, блядь? А, давай пока, да? Да, как... Нет, сейчас как когда что. Далеко. Уже есть. Давай, да. Чуть-чуть помедленнее, вытащи, чтобы он там... А, нет, наоборот, вытащи туда. Где лист стоит, вот туда утаскивай. Беги прямо нон-стопом, беги. Сейчас будет фаза, иди, бежи, сейчас будет фаза, делай, готовься ловить. Лови, аркан, веру. Ебалом в луну. По меткам построили свой сезон ответственности, смотрите хорошо. У меня там, я там, Дрюк, я. Да я понял, понял. Я понял, я в общем просто напоминаю. Не было проблем. Смотрим, сейчас будет нет. Петя, можешь уже тебя. Дальнюю закрой, заберу. Ну, под боссом стоит свободно. Успели. Женя забафали. На ману даю, на ману. Потом Женя озвучим, кто он. Женек, который танчит, и ты тоже заходи в рынок прямо с боссом, блядь. Хорошо. Центральную заберу, центральную заберу. Мэ-мэ-мэ-мэ. Ибиди. А дамажит. Петю бэру. А, Петю не бэру, ну всё. Бейте дальше. Давай, встаю. Смотрите, дальнюю надо будет сейчас помогать закрывать, если чё. Смотрим руны. По боссу не дамажим, щит не пробивать. Центральный забрал. На фул поднимите. Женю заберите. Хорошо. Ой, на фул. Просите, не бейте босса, не бейте босса, не бейте босса, не бейте, пока не просили. Ой, пацан, пацан. Забейте. Бэр 20 секунд. Руны, смотрим, не бейте босса. Центральный забрал, Женю там. Женя забери. Все закр... Чернобыль просил. Три процента фаза. Петя, БР, Петя, не вставай пока. Mm-hmm. Жень, себя просили. Еще одни руны, закрываем. Да, Жень, заберу твою, Жень, твою заберу. Просто перефазы встану. Все, да, после перефазы. Добиваем босса сейчас. По зону построили сразу. Петя, вставай, захилил. Петя чуть подхилил, все. Ох, пускай стоит там вообще, поебать. Где сфера? Сфера появилась, нет? Саня, отойди от ДЦ, дойди от ДЦ, Саня. Войт на тебе, Войткас, Войткас. Хорош. Надо Инар по ДЦ зазвучить. Пацаны, Трейдер, пацаны, Войт, будь аккуратно. Блэкбери, читай на ман. Проводите на уфол и аккуратно. Кого есть? Жень, Петя. Петя. Да ёбаный рот, не успел, блядь. В сфере никто не бил, что ли? Да походу, блядь. Одного бурсу в него дозьютал. Блин, ресните, я тут чай допьюсь. Я могу встать, мне все равно камень будет, когда. Ну, вставай. Средство этого Чернобыля сменить. Ребята, по сферу надо играть. Еще и ДБМ ебанутый, блядь, непривычный. Не тот, который у меня был. Вар, это ты давай, говори, поясни. Да нахуй оно нужно? Блядь. Кому хочешь, закидывай и все. Да, если пистолет. Я закину, а у тебя жажда висит. И... Ну и не кидай меня, кидай кому-нибудь другому. Кому? Ретрику подкрыли? Медведю, может. И кидай себе, чтобы погро держать и все. Себе, может, кидай. Вообще... Смотри. Касаемо истории, если никто не хочет,
Не заебывай. Истерию будут таланить уже на ране там. Тебе просто танчишь. Так, не пульте трэш, просто жди, вас сейчас засумонят туда. Опять сейчас использован. Так он будет сюда первый? Ну, бесит. Это уже только второй босс рандомный, типа, постоянно будет пользоваться. Петя, ты исчез. Петя, ты появился. Масло там не забудьте перемазать, если у меня сопротив, чтобы не кажется. Почините, что он стоит, этот лимон. Смотрите, у вас с правой стороны стоит всегда определенно, то бишь, ну, соответственно, вы бегаете всегда влево, касаем мили зоны и справа дефон. Ну, так я готов, просто двоем пытаюсь настроить. Хики. Говняные дубы, не знаю. Нет ничего в настройках вообще. Нет адмирала. ПС-ку давать? Оставь тут сейчас будет фаза, оставь его тут. Готовь слови следующего. Слови. Аркан. Три босса. Шикарно. Yes. Бай 3 минуты, я не знаю, уже не соло хилит. Желтый джагой бей. Стоп, по боссу не бейте, по боссу не бейте, по боссу не бейте, стоп. Идем в руны. Зашли в руны. Центральный забрал. Пацаны, пауза. Выходите. Эвейдин босс. Эвейдин босс, все побежали. Он от чего сдох? Босс убил его, огромный слоил блокан. Здорово. Да мне просто была огромная. Здорово.
Че, куда вы там собрались сегодня? Мы в Карьхе. А, в Карьхе? Ну, понял. Здорово, сынок. Здорово, Саша. А сколько уже закрыли? 4, 3. Красава. Сейчас куда? Я ж тебе заранее озвучу. Сориентируйся, пожалуйста, уходит босс. Даешь у него ЛП и сразу таунт. Да я и, блядь, грипп еще дал. Ты грипп дал уже после того, как умер у тебя Блэкбэй. У меня так мили атакой 26к дал, нормально. Солнце. Я тут. Раз, два, выбираем, хули. Оставь там босса, сейчас будет фаза. Оставь босса, просто не иди, просто стой. Стой, не иди никуда, блядь. Готовь всего и твои эмилятор, что там нет, по местам ставят. Ждем сферу. Меня сейчас убьешь, блядь, ну ты где же. Сферу. Сацуна каст. Хорошо. Сфера. Бойчик. Петя на тебя. Пацан, бейте по боссу. Кто сейчас бегает? Больше ты сбивал, нет? Я дал, да. О, бейте, значит. Ты сейчас сбил? Да, сбил. Я следующий, да? Да, ты сбил. А мне отойдите. Отошел, беги.
Вот на эти 200, чёрт нас здесь. С меня спал, а нет, не спал. 30 секунд ещё. Сбивай, здесь. Бил. Еще один на мне. Все, бейте босса. Вот следующий сбивает. Если не собьет, ты не стартуешь. Твой. Хорош. Ты можешь его в сторону отвести. Сейчас будет фаза. На ком-то проводник. На мне, я возле босса стою, смотрите аккуратно, не подходите. Так ты отходи, чё ты, блядь, лови. Я отошёл и так. Чё, Гера? Да, я Гера. Кто-то не умирал, Гера, тебя нет некоторых. Отдай малышева сейчас, сейчас будет взрыв. Ну, малышева, блядь, малыш баун. Рун далеко. Закрой. Смотрите, сейчас будут руны. Как будет, то смотрите внимательно. Центрально закрою я. Руны, смотрим внимательно. Центральный закрою я, дальний закройте, там хорошо есть. Еще одни руны будут и все. Может даже не будут, не будут. На всякий случай сходите, закройте все. Женя забил твою жизнь. В ромбе. Надо добивать вас. Ой, тяжело. Ну хотя бы посох. Да, чисто РДД-рей. Угу. Где вы там? Ну, говорит, он тебе нужен? Конечно. Ну, идите сюда, будем бежать, не будем бить ничего. Вот давайте вот этот мелкий трэш убьём, Я тоже упал. Дерево, чё вы такие долгие, ёб твою мать, вас ещё каждого надо за руку звать или чё, блядь? Сказали, побежали, прыгнули, ёб твою мать. Стоять сверху, смотри, блядь, пачка, я в ахуе. Ну так, вы сидели в другой проход. Потому что я бегу по-другому, вот ты скажи, куда прыгнуть? Я, блядь, пошёл в упал и сдох, блин, вот чё. Жень, спрыгни. В смысле, что, куда по-другому, блядь? Ты прыгни вместе со мной. Я всё время бегаю, я не за тобой прыгнул, а потом прыгнул, потому что ты сказал прыгать, я и прыгнул. Я с тобой вместе прыгнул еще. Я к тебе прыгнул, я есть какая-то? Че ты кипишушь, не понять? Ладно. Сань, что с тобой не так? Ты что, не выспался или что? Все нормально, говорю. Просто, смотри, ты не сказал, в какую сторону идем. Я вначале налево побежал, потом смотрю... Я сказал, куда вы бежали, потом построили с правой стороны, сказал, прыгнем, мы с тобой вдвоем прыгнули, они все стоят. В чем проблема? Что не так? Мы с тобой вдвоем прыгнули в одну сторону, в чем проблема? Они все стояли сверху, на нас смотрели, блядь. Я тебе не про это говорю. Вот Женек, допустим, тоже не понял, что в правую сторону бежать.
Я-то на карту посмотрел, он вряд ли посмотрел на карту. Он полево, думаю, пойдет. Они, блядь, здесь тут стояли, ты чё? Мы сейчас пробегать будем, да? Короче, я заебался спорить, где все, это Войда, где нет Войда. Пошел посох все делать. Ясно. А, я понял, в чем проблема, все. Короче, Женек, бежишь, блядь, акулу бросаешь на больших, потом фер дадите в мелкие и так далее, все, побежали. Женек, ты готов? Морально, но. Нет. По левой стороне, по левой, куда побежал, куда побежал? Сюда, вот, забывайте, блядь. Мелкий фер дадите, короче. Я приморозен. Большого не пулит, скотина ты. Бля, я не знаю, у вас что, ну, вообще не ориентируйтесь никак. Этого большого не пулим, пробегаем вдоль стенки дальше. Пулим, пулим, этого пулим. Большого этого пулим, хорошо. Акул его бросает, все. Женя, если что, надо много раз говорить, что делать. Если сразу предупредить тебя. Докуда бежим, докуда бежим? Я даже со звездочку, дальше бежим. Читуй, да, просто, да, блок, блядь, я в действии такой, просто читуй и сбрасывай арму, все. Фир тоже стан, дай там. А, я был ты мелкий, но едем только фир. Давайте здесь еще пойдем, не? Нет, ничего здесь не падает, дальше бежим, да. Чернобыль, если что, далеко. Я ему еще пиздов дам далеко. Где ты там? Дальше? Да вот здесь и падает, вот. Вон, блядь, меточка, здесь падает. Диван давай. Кому? Женя? Да любому турецу это вообще похуй. Паникёры, я понимаю. Да. Вой даже ничего не сказал, просто улетел. Ты понимаешь, насколько он вагон, если я его, блядь, себе передамажу? Да не, я просто подхиливал телека. Потому что посох у него не было. Да не, не. Я мог бы хуй забить, там не подхиливать. И... Нет. Передамажу свой, потому что Т4 плюс. Да, блядь, ветер дует в другую сторону, блядь, солнце твоей стороны вышло. Да, мне похуй, я ни с кем не меряюсь, я ничего не доказываю. Лава, лава еще постоянно. Бля, где грудь нахуй выбить на тапке? 226. Охуенный подход вообще, типа. Я ни с кем не верю, блядь, я никому ничего не доказываю. А мне это не надо, я это уже все проходил. Ну, я даю 4000 и мне поебать, ну. Ну, если бы 4000. Охуенный подкол, кстати. Я вон там челиков подхиливал. Женька, хит. Сказал Андрей, 250-я сова почти. Так я изначально намек на то давал, что я вагон, блядь, а он еще не меньше меня, нахуй. Вагоны письками померились просто, вот и все. Так, а что, я в танке стою? Ну, по всей видимости, да. Блядь, вот не надо. Только говори тогда, делать. Не-не, в ДД спекайся, в ДД спекайся. Я просто не то, что в каре первый раз, я вообще не... Ничего страшного это нет, там просто так же кнопки жмешь, типа, блядь. Всегда вот эти, знаешь, проблемы, я никогда не там еще, я это не делал. Понимаю, никогда не силил. Вот, все, есть проблема. А танчить, бить там, блядь, разница вообще маленькая. Все, я в ДД спекайся. Павел Андрюшка, 210-70... Прикак, а? Блять, прикак КПС, она это на ваще нахилил. Ну, у меня толпер друга, да. Блять, по свинке и погнали. А рыба у нас, а не рыба есть, типа. Я уже думал, вон рыба стоит, не. Да я проебался. Блин.
Пиздец. В одной шмотке на танке. Да, блин. Да вообще нихуя не пахнет. Я думал... Блядь, последний вдох не стащить АП дает. Нихера. На гнева что там, саппорт нужен или можно СПД? Да, можно. Да. Рано потом. А может еще не пить вообще, можете перебивать вообще похуй на него. Если банка лишняя есть, можешь перебивать. Если нет, можешь не перебивать. Есть еще какая-то дешевая банка. Дешевая есть. Да, я не отказал. Сколько он там стоит, 7? Ой, я хуй знаю. Ну 20 штук я купил. Ну да, где-то так. На, 70. По-братски. Я бы и бесплатно дал. А, ну ладно. Не было бы денег, дал бы бесплатно. Какие деньги? Да, очень деньги проблемные. Тоже в последнее время челик есть, дают фласку, тоже голду кидаю. А раньше как-то лет 5 назад похуй было, просто обмен нажимаю нахуй на халяву, блядь. Ну типа повзрослел, понял, что типа есть какой-то вот. Ну, чисто, блядь, такая честь нахуй. Честь. Честь, блядь. Так и есть. Доебаться или не доебаться? Доебись. Не знаю. Доебись, а то один я хочу для всех доебаться. Так что давай доебись. Вот, скажи, пожалуйста, у тебя СПД на первом месте, что? Угу. То есть ты одноручки не ролишь? У меня нет одноручки, ее в хендлинг тоже. И не будет. Ну да, ну да. Я все услышал. Вообще я слышал, я от одного шпешки ты четвертый. Что он в криту профит не себя показывает. В криту, да? Про джазы, что ли? Ну да. Он за все брюли в криту забил, пиздец. Улетел. А, брюли, о. Так это же не на 4, не X4. Ну какая разница? А, просто ну с брюлями, думаешь, разницы нет, да? У нас одинаково люди били с брюлями и без. Там в Т5 крита уже. Нет, он именно тестил все брюли в хосту и все брюли в крит. И у него в крит... Т4 он тестил. Да, именно Т4. И когда все брюли в крит кидал, у него на 3 косаря ДПС было бы больше. Угу. Но тут-то нету брюлей. Так охуравимся, типа от террористов там профита слабо. Ладно, нет, все, вопрос просто закрылся. Не, я не тестил. Пизвы сложные, пиздец, просто. Я хуй знает, я не тестил.
тебе намекает на то, что просить не забивать камни не в СПД, а в крит. Ну, мы другими не говорим, что точно, мы просто видели человека. Мы не утверждаем, что это профит. Ну, который, я как увижу, я это, наверное, сразу перебью. Давайте мне такого человека. У нас был человек такой на X3, который дамажил. У меня тоже было, короче, 25к ДПС, 300к в трэш, фурики первое место по рекаунту был, заебись было. Ну, короче, мы... Кто в фурики? Люди с улицы, с подзабора, которые пиздят, поэтому у кого член больше, там, 60. А что так мало? Ну, это на циркуле было. Ну, так-то, типа, если есть с кем сравнить, ну, в рейде, прям по ходу рейда, если будет разница такая в 3К ДПС, то есть смысл перебиться, я думаю. Саша, ты понял, почему я спрашивал то, что я спрашивал? Да, я понимаю, о чем. Их понял. Про то, что сказал крита на посохе, наверное, про это. Да ладно, она будет сильно простая, это вот фото. Я помню, почему спрашивал. Просто главное, чтобы была логика, и все. Хапуги. Просто хапуги и все нахуй. Там дальше ходят хорошие одноручки. Не, ну вот мне типа нет смысла вообще менять, потому что у меня лампадка хорошая. Я ее нафармил. С этого, с ЭВК, с первого босса и с лоста одно с хорошим. А вот у тебя, в принципе, есть, наверное, смысл поменять. Так это у тебя говно лево-правая рука, левая тень. На посох? С меткостью. На посох в Аркане нет смысла особо. Да там, знаешь, хороших шмоток много, посмотри. Они бы еще падали, блядь. Ну вот, не знаю, вот, у тебя же вон меткость это левая нахрен она вообще нужна. У меня вон вообще лютый перекап. Не знаю, в принципе, как у тебя, у меня перекап. Ну, а я уже готов. Я тоже готов. У меня совка. Все, я тоже готов. Ровненько. Можешь на складом вообще конец ставить. Мы можем через вниз, через выбор. Мы можем без меток, как профессионалы. Мы это уже с рано убрали метки. Ну, в смысле, без меток над головами. Да. Я понял. Тогда идем рестораны. Я вам сказал в конец. Вот. Давай, короче, просто. Блэкбери заберет трусы 100%, и 100% Женя заберет крест. И 100% Сацуна заберет квадрат. Остальные делают станет, и мне все равно. Запомнить просто. Самое главное нарисовать хуй. Да, член. Какой член? Вы о чем? Я рисую левое яйцо. Блин, Блэкбери... ты такие? Знаешь, что делать, да? Напомни, я тут был только на запуске кары, давно уже. Смотри, короче, начало боя, вы стоите в своих метках, когда строитесь. Ты стоишь в трусах всегда. Вон твои трусы, ты в трусах стоишь. Вот. Ты приоритет, смотри, силишь метки, которые идут с лучами. Соответственно, смотри, сейчас я пулю босса, забираю, вы стоите. Он кастует 3 луча, ты говоришь, 3 игрока рандомных. Лучи снимаются баблами, глыбами, инвизами и все, блядь, больше ничем. Соответственно, если в тебя бросается, тебя могут скинуть только бобом. Типа, если на тебя бросится. Если не скидывают, твоя задача идти вперед. То бишь, смотри, под тобой проклят лужу, ты сдвигаешься вперед. Лужу ты кастовать ничего не можешь. Ни хилить, ни сера. Просто выходишь в лужу, тогда можешь кастовать. Плюс при этом лужа тебя дамажит. То бишь, соответственно, прокнул лужу, ты пошел вперед. Прокнул лужу, ты пошел вперед. И разливаешь до телескопа. Потом, типа, сдвигаешься вправо или влево и разливаешь обратно. Запомнил, да? Лучи пересекать нельзя, то бишь. Переходить с лучом на луч нельзя. Игроком переходить через луч тоже нельзя. Запомнил, все, понял? Это касаемо лучей. Будет фаза темная, то бишь. Мы бьем босса, то бишь, когда лучи закастовали, все идут бить босса, ты это поймешь. Бьем босса. Будут такие моменты, что надо, чтобы ты, может, подсейвил. Ну, я думаю, не надо будет, но 90%, что может быть такой случай, что надо, чтобы ты подсейвил. Но не факт. Бьем босса, он темнеет. Ваша задача убежать всем череп. Держите все в череп, короче, ждете, пока будет темная фаза, типа дебаф с него спадет, начинаете бить босса. Тебе ничего не надо делать. Твой дебаф заберет какой-нибудь, знаешь, Тушали, Сацуна словно заберет. Или Петя заберет. У Пети ни мута не вешается, а Петя заберет. Забираются у нас порталы, все, вы бьете босса.
Он становится опять светлый, идет ко мне, короче, вы опять строитесь по меткам. И опять ждете лучи. Все циклично. Ничего другого происходить не будет. Понятно? Угу. Окей. Так, теперь вот у меня с этого... Сопротивление темные. А есть у кого мех, блядь, с собой мех? В гильдии поставь гильбанк. В гильбанк кинул меха. Три штуки. Я тебе дал, по-моему, доступ. Или сейчас дам. Если нет, доступ. А где он лежит? В самой последней ячейке. Вон, снизу, возле камней. А, вижу. Спасибо. Ну, тут куда сейчас скидываю, что понадобится, может. Таймер. А ну, проси меня на фул. Чё? Чё? Проси. Проси меня. Еще раз повторюсь, я левое яйцо, все. Я правое. А, стамины бафа нету, короче, бафните, пожалуйста. У меня инвест забагался и не нажимается, я буду правое рисовать. Андрей, ты себе лапку не бафнул? Вот, Гилуш тоже снимает, да? Да. Да. Короче, это еще хотел что сказать, Петя, на ХП подключишь у босса? У босса? Нет. Я бегаю случайно. Дотянулся. Я понял, все. Знаешь, блядь, мне 8 минут, от меня по КД будет кидать. Иду блядь, долго снял, короче. Босса не бейте сейчас, иду. Бля. О, по кличку. Все, бейте босса. Не получилось. Ну ладно, я зато Андрюхи на ХП крикну. В следующий раз. Саш, ты же за ДД флаской, да? Давай ты первый, я второй. Я уже дал бурстлат. Я на тебя оставил. Чернобыль умирает. Чернобыля просил ДЦ, ты хилишь метки. Прохилишь метки, ДЦ, метки хилишь. Я похилю его, я похилю. Вон, видишь, с лучами бегают, главное через луч не проходи. И в лужу не заходи. Вон там далеко это, чернокнижный. Там его достает этот. Вот, еще кто-то забирает, потому что я... Я все, побежали, короче, это. Че, фазу бля. Понял. Сейчас будет через 2 секунды. Ну, не все, 2 секунды. Удался. Череп. Блять, я думал, ты мне говоришь. Сейчас порталы взяли. Бейте сильно, не бейте, братка. Осколок поставь тут. Ехать. Лера. Брайбро. Или как там? Петя, ты лучше. Ва-ва-ва-ва. Хорош. Значит. На место свое остановить. Чернобыль. Я подвинусь еще.
Так, первый удар пошел. Петя, если там бьешь или не бьешь, Петя? Угу. На хп кликни, пожалуйста. Уже. И тут что-то сливов нету. В принципе, да. Влад, ты как там? Брусту не пока не трачу или оставь, или трать. Так как хочешь, она откатывается, если хочешь. Не, у меня не откатывается. Не откатилась до прошлого луча. Ну, то есть я имею в виду, что... Не откатывается. Если хоть, бей. Сейчас все равно... Все, я тогда оставлю бурску, заберу. На фул поднимите. Все приготовились. Убежали. Мало членов. Не хватает. ДЦ, отбеги от... А, это ты, бойчик. Отбеги от сейчас с этой точки. Вот тут сейчас появится портал, который уронит. С ним, наверное, лучше не бить, а то будет больно. Спасибо. Поехали. Пробегай чуть-чуть вперед, пока не дамажит. Начинаю крутить. Полчлена точно нарисую. Смотри только, чтобы человек слева было куда уходить. А, ну там понял. Он может посмотреть. Капля есть. Ну, у меня пока на этот все сливы есть, типа на этот, на эту фазу. Яйцо готово. Все, я вас отдам бурту, ты заберешь. Право, уходи, трусы. У меня все равно не полная бурта. Нет этого. Стылой крови. Не умрем. Умрем. Да, не типа. Должен, походу. Половину работы сделал. Ну я говорю, вдвоем можно. Так, не хватило, согласен. Ну ты, мне кажется, плотнил слишком сильно. Не кидает. Зато компактненький. Ну, половинки. Размер должен быть один в один, поэтому... Так. Ну, синхронно бегает, и все. Может там. Самое главное — тимплей. Охрана, брат. 5 секунд еще рефлектор. Поехали. Когда он только сюда пришел, на босс нужно было. Бар висит, он смотрит, как он закончит. Добиваем. Ну, короче, Андрюх, если бы мы не умирали на смотрителе, мы шли очень хорошо по времени. Петя, мечик? Или у тебя такой есть? Я заберу.